Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy A52 узнать свой номер IMEI и серийный номер телефона. Первый способ для этого: открываем клавиатуру, открываем приложение телефон, открываем на нем клавиатуру и вписываем секретный код звездочка решетка 06 решетка. И видим IMEI 1, IMEI 2 и также серийный номер телефона. И второй способ — это переходим в настройки, затем в раздел сведения о телефоне и находим здесь и серийный номер, и IMEI 1, и также IMEI 2. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!